Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Но у нее вышла тонкая копия, растяжки присутствуют, и она как трясется вся в страх. А в биороботе есть что-нибудь? Она вынесла растяжки. Вынесла все, хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Анну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Анны поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Анну, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она готова, она поднимает руки, у нее эти растяжки, они висят с рук. Я даю команду на счет 3. Все эти растяжки, которые ты видишь, отключаются. 1, 2, 3. Сканер мне помогает, сканирует ее полностью. Все эти растяжки и подключки до последнего отключаются и отправляются в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У нее, значит, на голове как ободок и от виски, где идут вот эти растяжки тоже на руках и на ногах. Сканер выведет это все сейчас и отправит в клетку-тюрьму. Готово. Анна, как вы себя сейчас чувствуете? Она лоб трогает, у нее вот этот ободок такими иголками внутрь был вставлен. Ах, поэтому хорошо, значит, кто-то нанес серьезный ущерб. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анны, находит все. От всех конструкций выстраиваются каналы к ответственным, притягивая в клетку тюрьму на счет 3. 1, 2, 3. Стоят в клетке. От конструкции гуманоид протянулся. Гуманоид. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный, органический-неорганический. Зеленый-органический, хорошо. Он что-то показывает просто в клетке, как на руку что-то ложит. Что он там ложит на руку? Как какой-то шарик, я не знаю, для чего. Он показывает, что эти шарики можно разбрасывать. Когда я тебя буду спрашивать, гуманоид, тогда и будешь отвечать. Ждем, кто у нас в клетке, Вера? Набрал клетки у нас бес. Дракон. Какой? Дракон синий. Синий, хорошо. Лизард у нее. Лизард, хорошо. И джин. Какая интересная, веселая компания. Считай, пожалуйста, цифру джина над головой. 824. Сколько ты находился джин в биополе Анны? 8 месяцев. Хорошо. Сколько находился лизард в биополе? Лизарду там тепло и уютно 3 года. У синего дракона считай цифры над головой. 34-11. И у беса цифры над головой. 8. Сколько ты находился без биополя? 15 идет цифра. 15 что? Месяцев, лет? 15 лет, но он не сидел постоянно. Сколько находился синий дракон в биополе? 2 года, 8 месяцев. Ты вместе с гуманоидом работал? Нет, но его конструкция позволяла мне спокойно находиться. Он как вот под прикрытием был под его конструкцией. Хорошо. Откуда гуманоид? Сириус? Нибиру? Ута, откуда ты? Ута. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. У кого из вас есть контракт с Анной? Ни у кого. Хорошо. Переходим к процедуре чистки. В процессе чистки я вам буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не отвечает, на того идет воздействие. Я вас предупредил. И я даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Уверенность, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Кто был ответственный из вас за приступы панических атак? Без нравились они, он именно на них заходил сперва, потом остался. Подожди, ты сказала, но что... Он их усиливал, но никто из них не ответственный. Он ее так... уже увидел так. Бес, откуда у нее эти энергии? Это ее собственные? Это реакция панические атаки? Как так? То, что ты утяжеляешь, я понимаю. Усиливаешь это все. Может, до тебя кто-то сидел? Он показывает, что поковыряйся в ее голове. Что-то там спрятано от нее. Хорошо. Но что-то может быть от нее спрятано. Память. Ты имеешь в виду из прошлой жизни что-то?
Перенесла страх, да. Хорошо, будем сильно разбираться. А ты пока мне скажи, ну ты за столько лет уже наверняка есть лярва в ее биополе, да? Шея. Еще Он где? Показывает, что она задыхается. А почему страх. От страха задыхается даже, вот так. Так, а вот эти перепады настроения, это тоже связано с тем, что сейчас пока еще скрыто, да, в голове? Нет. А что там? Твоя работа? Отток энергии. Много кто здесь работает, как ты видишь. Понятно, да. Лизард любит перепады настроения. Лизард любит перепады настроения. Редкий паразит. Я не знаю, как ты с ними живешь в одном доме так долго. Хорошо. Не соприкасаются они. Ну, понятно, да. Последний лизард, который стоял здесь в клетке, он нам обрыгал ее всю полностью и обгадил. После того, когда он пытался еще что-то там кому-то угрожать, и после этого превратился в фарш. Это я просто напомню, где они находятся. Хорошо, реверс закончился. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Анна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Мощным потоком пошло назад. 1, 2, 3. Что от конструкции идет, посмотри. Ну, я как раз смотрю туда. Там идет событие ее жизни. А что это ты воровал, гуманоид? Он записывал. Да. А что же ее так от твоей конструкции плохо было, гуманоид, если ты только записывал? Потому что она во всех телах стояла, начиная с физического. Вот этот лоб, как круг такой вокруг лба, ведущий к обруч. Впереди, значит, у него такие, как штыри, вставленные в лоб. И все это, где виски, там как на растяжках было. Руки, виски и ноги. Ну и как ты обоснуешь такое массивное воздействие на человека? Он говорит, что она не видела это, не замечала. Проявлялось это только в том, что иногда она делала поступки, а потом думала. И думала, зачем она это сделала. И ты считаешь, но сделала это не она, это было навязано как раз им. Не им, а конструкцию. То есть они влияли вот этими штырями на нее, растяжки. По-моему, это уже перебор, гуманоид. Но не мне это решать. Для этого есть другие инстанции. Он говорит, что это проявлялось в каждодневной жизни, в житейских вопросах. Это был его эксперимент. Поэтому возвращается, как история жизни идет потоком. Его эксперимент был, да. И он записывал эксперимент, как можно влиять на реакции человека. И ты считаешь, такое можно проводить без всякого страха, что тебя накажут, да? Он имеет в виду, что это не было больно. Да? То, что ты человек просто в жизни... были определенные реакции, от которых она не понимала, почему она это сделала. Хорошо. Почему она так сказала, почему она среагировала, но они не приносили да ей... Ты уничтожал ее жизнь нормально, ты вмешивался в ее жизнь, вызывал искусственные реакции, и как садист это все записывал в свою конструкцию. Искусственные реакции ему понравилось именно хорошо. Так. Ты любишь экспериментировать, и я люблю экспериментировать. Сегодня поэкспериментируем вместе с тобой. Ждем окончания реверса, Вера. Сейчас я посмотрю все каналы. Закончился. Хорошо. Начнем тогда с Джина. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыльцу, пыль, все, что у тебя осталось, вытягивай, ничего не забывай, докладывай мне о готовности к проверке. Если вдруг что-то забудешь, пожалеешь. Кто из вас присутствует в квартире Анны? Никто из них. Хорошо. Там свои есть, да? Бес. Есть там свои? Везде есть. Порталов много в квартире? Ты давай кооперируй, если ты лярву хочешь, я тебе ее отдам. Он у нее в ее биополе. Я понимаю. Ну что, ты хочешь сказать, что ты даже понятия не имеешь, что ее в квартире находится? Ну, твое право. Хорошо. Он показывает, что он видит подсветку иногда из нее в порталы и чувствует вот эту, ну, как пустоту. Хорошо. Есть порталы, есть свои чужеродные, есть свои интерференты в доме, да? Хорошо. Ждем, пока Джин все заберет. Джин забрал. Он втянул в себя просто. Понятно, да. Лизард, твое присутствие меня здесь вообще настораживает. Он тебя боится. Правильно он делает. Я знаю, что я говорю. Быстро вышел из клетки, собрал все, что ты оставил, все свои зеленые энергии,
Если я хоть что-то обнаружу при проверке, ты сгоришь в клетке. Пошел. У него желтая и зеленая сердечная чакра. Как она ощущала твои подключки, Лизард? То, что ты сказал, перепады настроения. Хочешь, я тебе сейчас, Лизард, изменю твое настроение в худшую сторону? Нет, он не хочет. А почему ты себе позволяешь такое делать? Он же сказал, ему было очень мягко и приятно там. А мне надо отъюстировать сейчас мой лазер на руке. Мне нужна цель новая. Вот я считаю, что ты — это цель. Как тебе такой расклад? Он говорит, что я все уберу. Ты безнаказанный. Просто ты считаешь, что тебе все безнаказанно в этой вселенной. Есть законы свои. Есть законы мироздания. И вот такие паразитарные сущности будут наказаны впредь. Он все собрал. Синий дракон, выходи. Вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Приступай. Третий глаз. Что ты ей синяя да. Чакра. Что ты ей транслировал в третьем глазе? Какие картинки показывал? Никакие. Он изучал с ней то, что изучает она. И что она изучает? И что ты взамен давал ей за свое присутствие? Он вытащил плату, говорит, что иногда сны показывал красивые, если не прерывала их конструкция. Понятно. А еще? Как ты негативно влиял этими платами на нее, на ее самочувствие, жизнь, биополе, физическое состояние, эмоциональное состояние? Энергию воровал. Хорошо. Гуманоид, выходить не надо, вытаскивай все, что еще осталось в биополе Анны, на твоей чистоте. Гуманоид, сказал, что остались микрочастицы у нее еще, которые он сейчас втягивает в себя. Хорошо, в его интересах. Готово. Без, твоя очередь, выходи, вытаскивай все, что ты подключил. Приступай и объясняй, как оно действовало. Как закончишь на месте, доложи мне. А воронка у нее в ногах. Есть еще? Да, с энергией, но он убирает ее. Ну да. Это его подключка, он ее убирает. Хорошо, как она воздействовала, эта воронка в ее ногах? Крутилась, усиливая страх. То есть все, что наверху сделано, ты все внизу усиливал, да? Усиливал, хотел затянуть лярву, это он. И только спрей с груди. Только из-за лярвы, вот это весь в 15. У нее лярва, где ключицы, вот в этом месте. И она, да. Он показывает, как она руками, ну, вот это место трогает. Дышать трудно. Понятно, хорошо. Так что он там внизу установил? Конструкция, носочки? Воронка. Что? Нет, вот эта воронка, которая крутилась. А где он сидел? В воронке сидел? Да. А, хорошо. Вытащил ее? Да. Разрешайте забрать лярвы. Аккуратненько вытаскивай, ничего не забывай. Лярвы черные? Лярва одна, вот где ключица, большая, черная, висячая. Большая, черная, висячая лярва. Страх это. Страх. Хорошо, вот это я хотел услышать. Очень вкусно ему. Итак, гуманоид все забрал, без, дракон синий забрал, лизард, джин, конструкция, все отдала. Хорошо. Гуманоид, а в каком созвездии находится твоя цивилизация или эта звезда Ута? Как мне это представить себе? В какую сторону смотреть? Границы галактики. Ах, аж водка откуда ты? Это сколько световых лет от Земли ты, твоя родная планета? Там другие единицы. Хорошо, как мне представить? Астрономические единицы измерения. А какие, как это называется? Равные от Солнца. Равные. От Солнца к чему? К Земле. Ну, расстояние от Солнца до Земли 365 миллионов километров. Ну, сколько таких расстояний до твоей планеты? До твоей звезды. Это и есть астрономическая единица, в которых измеряется расстояние. Хорошо. Итак, сколько таких астрономических единиц от Земли или от Солнца до твоей планеты? Ну, схема показывает. И от Солнца, и от Земли, и от других планет. Ну и где она, Вера? Висит в клетке. Но мне цифра нужна. Я должен понимать, в каких-то единицах мы должны к какому-то знаменателю прийти. У вас цифры есть? Сколько таких расстояний, как от Земли до Солнца, до тебя? 26. 26. Ну хорошо, мне это уже во всяком случае о чем-то говорит. 26 астрономических единиц. Хорошо. Закончится рассинхронизация. Хорошо. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Во время контрольной проверки сканер убирает, уничтожает микрочастицы, микроны, если остались от энергии интерферентов. Пошел процесс.
Здесь бес еще показывает, что беспокойство шло от него. Беспокойство от Да, беса. И он показывает, что именно с этого он заводил, когда воронку свою. Угу. Воронка начинала крутиться, и у нее в голову как импульс шел такой, что ну вот начиналось с маленькой точки вот этого беспокойства. И потом оно разжигалось больше и больше. Ах, вот как интересно. Хорошо, без за эту информацию я тебе еще отдам сильный эмоциональный фантом. Хочешь его получить? Он хочет, да, и он еще к чему это говорит, что он вывел этот импульс из ее головы. Ах, вот как. Так это его был импульс в голове? От воронки. А от воронки. Ах, смотри, как высоко поднялся без. Никогда еще такое не видел. Это воронка. Значит, помогает ему. Профессионал ты в этом отношении. Не видел такого еще. Хотя видел. Энер закончил. Очень чисто. Много бесов уже. Хорошо, все прошли проверку. Хорошо, Джин. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Лизард. Первое и последнее предупреждение. Если я тебя еще раз увижу, никуда ты больше не уйдешь. Тебе это понятно? Ему это понятно. И он трепещет. И показывает, что так же, когда он в ней был, у нее трепетало внутри все. Сердце. Вот сердечная как. Чакра. Хорошо, Анна. Теперь вы знаете причины трепетания сердца. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Хорошо, синий дракон. Слово синего дракона хочу получить от тебя, что ты больше не придешь в это биополе. Даю слово. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Она на связи. Я приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Сут, и сидел 7 лет, конструкция массивная, очень массивная стояла. Есть ли там что-то по твоей части? Она говорит, что все они по моей части, конструкцию уничтожить, его заберут. Хорошо, открывается под конструкцией портал галактическое ядро 1, 2, 3, конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Его забрали. Хорошо, у нас бес остался, ждет эмоциональный фантом. И выходит эмоциональный фантом Анны, 1, 2, 3, и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Но у нее много чего откликнулось, и эмоциональный фантом у нее очень устал от этого всего. Понятно, с такой тяжестью. Много вышло? Да, много откликнулось. Хорошо, Анна, вы готовы от этого избавиться? Готова, конечно. Хорошо, сворачиваю эти энергии в шар. И бес забираешь? Да, ждет он его. Отправляю бесу. Он гурман какой-то, ему все вкусно. Хорошо. Ну что, бес, готов уходить? Готов, да. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяя. И с того гнули пентаграмму. Все-таки 15 лет – это не шутка. Он в этой воронке так и ушел. Хорошо. У него воронка была похожа на какую-то дрель, которая... Бурила, да? Сами, да. Хорошо. Поехали. По частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Анна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она готова. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Актам и договорам. Договора выходят, активно подсвечиваются. У меня как сфера вышла какая-то, которая крутится. Вот так. И а показывает что-то. Хорошо, отправляйся. Кармическое что-то. Кармическое? Хорошо. Читай информацию, откуда это. Поставить монитор?
Она сама как монитор крутится и показывает. Это прошлая жизнь ее. Это то, что она перенесла в эту жизнь. Хорошо, что там было в прошлой жизни? Ставлю монитор, пошли. Пошел фильм. Дом деревянный, большой. Как из... такой... не избушка, как сказать. С лестницей высокий, украшенный резными какими-то конструкциями. Крыша такая треугольная. Вижу. Как терем, вот. Он не в лесу, он озеро какое-то рядом. Лес есть, но он не совсем в лесу, на берегу озера. Хорошо. И что там случилось? Какой-то год. Это деревня небольшая. Это дом сгорел, сгорела вся семья. Она осталась одна. Это была маленькая девочка. И этот ужас она с собой взяла, да? Генетическую. А сейчас 6 лет. 6 лет? Да, и было 6 лет, когда... Сейчас их 12 детей. После нее еще 2. Сына 10-й, что ли, ребенок. 10-й есть еще 2. 10-й есть 2. Хорошо. Какой-то год? 1624. Россия, да? Это Белоруссия. Та часть какая-то. Княжество или что там. По-моему, там под поляками было в то время. Хорошо. Ну, вот эту часть показывает. И вот этот ужас в ней манифестировался с той жизни, да? Ужас потери. Страх за себя, ужас потери. Хорошо, Анна, мы сейчас докопались до этой ситуации. Сейчас вы можете аннулировать все, что манифестировалось в вашем биополе на столько долгих столетий. Вы готовы это сделать? Но не знает, как это делать. Но повторяйте за мной. Внутренняя власть. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А ты знаешь, ей ничего не возвращается. Она сама вкладывает туда свои энергии, в этот страх. Хорошо, этот страх еще присутствует в ее биополе. Если таковой есть, подсвечивается красным светом, пульсирует. Где он сидит? Где это ядро, посмотри. В голове. Хорошо. Пульсирующим красным цветом ты видишь четко и ясно. 1, 2, 3. Видишь? Вижу. Я даю команду на счет 3. Она выдавливает осознанно из себя этот страх. 1, 2, 3. И этот красный шарик выходит и летит в эту большую сферу. Она говорит, что я нашла причину. Но как мне поменять реакцию? Осознанно, спокойно. Просто контролируйте свои действия. Как только вы замечаете, что что-то вас начинает раздражать, поймите эту причину, скажите себе, интересно, у меня реакция, и переключитесь на другое дело. Не вкладывайте свои энергии, свои личные в этот негатив. Она вышел говорит, этот... интересный подход, да, он вышел в сферу, ушел красный, пульсирующий. Отлично. Энергии. Видите это все, Анна, не возвращайте это больше к себе, вы свободны сейчас. Раз и навсегда, с 1624 года. Открывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3, все аннулированные контракты, эта сфера, этот шар, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Анна, важно поменять свою реакцию на любое действие, что бы вас не раздражало. Вы не можете изменить этот фактор, который вас раздражает, но вы можете сказать себе, а я не буду нервничать. Она говорит, что здесь легко и просто у вас все, и нравится здесь находиться. Ну, а как вы думаете, где я нахожусь? Я нахожусь тоже на Земле. А моя тонкая копия сейчас стоит и разговаривает с вами. Поэтому это и на Земле работает, Анна. Буду пробовать. Было бы желание. Отлично. Итак, все, мы убрали контракты, переходим к манифесту. Я говорю слух, тонкая копия Анны повторяет за мной. Сила моего намерения, да будет так. А так и есть. Прочитала она. Да, и очень манифест понравилось. Она в каждое слово вдумалась, свое суверенное «я», и понравилось. Ей прям идет от этого манифеста, ей ответ идет, она каждое слово чувствует. На счет 3 запускаем процесс активации. Пошел процесс. У нее звездная душа, звезда Альдебаран. Альдебаран. И очень радостно от этого. Замечательно. Если захочет, можем пригласить ее куратора. Играющиеся энергии красивые у нее, чистые. Готово.
Создаем защитную оболочку под синей тонкую копию Анны к источнику полимеркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Меркаб узнает, она универсальная защита. Все верно. Ее гармония важна. Она знает, каким цветом эта энергия. Бирюзовым. Абсолютно верно. Бледно-голубой цвет. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Анна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она еще насыщается этими энергиями. Еще будет продолжаться. У нее в процессе все это еще. Она как искрится такими мерцаниями. Чувствует. Но она глаза закрыла, она все это прочувствует сейчас на себе. Скажешь, когда мы закончили? Не хочет глаза открывать. Говорит, что чувствую волшебно. Это какое-то волшебство. Хорошо, Анна. По работа... сравнению с другими чувствами, которые я уже испытали. Пришла на Земле. О, да. Я думаю, вам стоит остановиться на своих родных энергиях и на новом отрезке своей жизни. Во всяком случае, мы убрали все ваши все эти тормоза, которые вам мешали в вашем развитии, выяснили причину этого всего, убрали у вас этот страх, раскрутили эту ситуацию 1624 года, которую вы пережили, которая на генетическом уровне передалась вам в эту жизнь. Этого всего нет. Говорит, что сейчас самое важное – это контакт с физическим телом. Поэтому мы будем вас возвращать сейчас вас назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анны в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И все энергии переходят на физический план. Она говорит, что мне нравится этот биоробот. Отлично, хорошо. Он полностью соответствует состоянию моей души. Замечательно, если вы довольны своим биороботом. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.